Телеканал «Енисей» объявляет конкурс детского рисунка «Енисейские истории». Участником может стать любой школьник с 1 по 9 класс. Конкурс проходит в 4 номинациях: «Двор, в котором я живу», «Свидетель истории», «Жизнь края от основания до сегодняшнего дня», а также специальная номинация от Красноярского краеведческого музея «Мой музей». Рисунки принимаются с 5 по 30 ноября. Отправляйте их по почте или привозите по адресу: город Красноярск, остров отдыха 11, телеканал «Енисей». Подробности и обязательные условия конкурса смотрите на сайте enisei.tv или звоните 236-93-22. Проект организован при поддержке ОАО «Красцветмет».